Чё, поехали? Это не дура, блин. Да. Едем по Нерубе. Красота. Оплатили квартиру Жене. А? Помай. Помай, да? Помай, да? Ага. Ну там в дальнейшем будем. Угу. Сейчас за электроэнергию. Сейчас за электроэнергию надо. Угу. Не, не. Ну, здесь уже это. В любой банк. И бензин купили еще. Да, бензин купили. Теперь электроэнергия. Видите, как оплачивается. Сейчас. Здрасте. Кто хочет попасть на YouTube, машите ручкой быстро. Так. Низкий заряд батареи. Ой-ой-ой-ой-ой. 4000 миллиампер. А сколько он стоит? На месяц, наверное, хватит. 2790. О, берем, берем, берем. К нему провод есть и бактайм. Ну чё, как тебе? Ничего, сколько. Еще и камуфляжный. В траву уронишь, уже не найдешь, слушай. Не найдем. Веревочка есть к нему? Веревочки нет, да. Нет, тут есть место для веревочки. А у тебя есть веревочка? Найдем. Свет найдем. Смотри, под куртку. Сразу с фонариком, если что, можно включить сразу. Ух ты. У нас глаза как фонарик. Нормально. Ну, все нужное. Ой, какие вкусняшки. Ну, вытаскивай остальное. Вытаскивай, потом будешь слаживать. Сначала посылку разбери. Ой, ой. Это еще и зеленым горошком. Все. Ой, спасибо. Мне. Передавай привет. Большой привет. Это все надо убрать. Все надо убрать. Ужас. А тут не один. Экология, пожалуйста. Администрация. Конечно. Что делать? Блогерство, оно такое. Все, сейчас это все дело уберется. Да. Так, что у нас там по инструкции? Куда заливается, куда сливается? Ну, сливается. Вот. Вот это у него. Пробочка. Ну все, Женька, лодочка готова. Ага. Мотор. Этот, масло поменяли, все сделали. Че? Отчаливаем. Продукты купили.
И бензинчик есть. Ребят, спасибо большое. Целых 40 литров. Все, поехали. Яна опять на работе. Подписчики, привет. Все как обычно. Едем до хаты. Вот и закончилась Женина командировка в городе. Нюрба. Едет опять в лес. А мы, к сожалению, остаемся тут. Работать, пахать. Да. Здорово бы, конечно, там в лесу сейчас здорово, да? Да, комары. Да. Их здесь не могут. Да здесь тоже, ага, что-то в этом году с комарами нормально все. Комары это, конечно. Когда хорошо, да? Наступит, уже армия. Армия, забьет. Да, да. Это точно. Ну, Илю этот раз. Кораблики какие-то плывут. Вода уменьшилась. Воды меньше стало, да. А нет, похоже, нет. Да нет, нет, меньше стало, меньше. А, да, меньше. Дверь открывай. Да, да, да. Капитан корабля. Подписчики, салют. Давай, Женька. Вот так. И ушел вдаль. Женек, пока! Это он на глиссер выходит, смотри. Все никак не выйдет. О, круто. Ну вот так. А наши путешествия только начинаются. Здравствуйте, дорогие друзья. Давайте начнем. Женя поехал немножко налегке, предвосхищая вопросы. Он как бы всю еду и все дела оставил там на пристани у одного своего знакомого. Так что сейчас вон он. Вот, если видите его, вот он. Он сейчас загрузится и поскачет. Поскачет к себе. Потому что я уже зоркие глаза хейтеров уже вижу. Все, он загружен, все как надо. И еду, и продукты, и бензины, и все-все-все, и телефон новый, короче, все у него есть. Так что всем, кто скидывался, спасибо огромное. Нормально так его в тайгу отправили. И вначале паром. Шикарный паром на реке Вилюй. Илюська! Илюха! Где твоя куртка? Илюша! Илюша! Нет, вон он! Илья! Илюшка! Илюша! Иди сюда! Мосенький мой! Илюша! Ой, какой красавчик! Илюшенька! Иди сюда, моя красота моя! Ай, какой он клёвый стал! Смотри! Илюха, да ты пришел, такой красота иди, стал. Иди скорее сюда, Илюша. Илюша. Илюха. Илюша, Господи, упал. Какой ты красивый. Илюш. С ума сойти. А второй самец такой же почему-то. Еще не облинял. Мосенький муж. Илюшка. Илюх. Он вроде там с папой. Да, помогает. Но в то же время он здесь. Я здесь.
Вдруг, вдруг дадут, вдруг откроют. Все окно уделал. Вот так вот, ребята, вот такая вот история. Класс. Глюха у нас хорошенький. Не любит камеру смотреть, отворачивается. Вот, поменял свою зимнюю куртку он. Поменял зимнюю шубу свою на летнюю курточку. Стал совсем другой. Видите, тут собака забежала и тут все, короче, разбередило. Но он раньше-то был как бы это. Но сейчас, видите, связался с коллективом. Люша, мой мальчик. Жарковато. Ой, мой маленький. Хороший. О, вот у него там цепился, дай-ка уберу. Тут хочет, понимаешь. Теперь скажи мне, этого ничего не надо. Почему хороший? Красавец. Он пить или что, или испарался просто? Он побегал от этой собаки, видишь, как. И вот так. Все стало. Иди Илюша. Сюда, Илюш. Илюша. Город мирный. Давай. Сейчас увидите реакцию. Конечно. Ай. А, вот это вот, да? Это вот. А что это? Это карьер, мир. Что это такое? Что это? Огромный карьер, Тима. Карьер, это что? Здесь добывали алмазы. Аэропорт. Вот это якутские бриллианты. Вот. В продаже. Видите тут? Здесь дешевенький за 1900. За 2000 можно вот брюлик купить. А можно за 1700. Вот это настоящий бриллиант. Там бриллианты есть. А, что-что? Там бриллианты есть. А, да? Сейчас посмотрим. Тут они везде. Вот самый вот крутой 12 тысяч. А нет, 124 тысячи, простите, пожалуйста. 124 тысячи. Вот такой вот большой бриллиант. Ух ты! Это черный. Угу. Ну вот опять же за 1900 такой можно купить. А вот в виде сердечка. Колодку надо поменять, наверное, на этом самолете. Новосибирск. Достопримечательности в одном ларёчке. Новосибирск. Ladies and gentlemen, we are now ready for landing. Please ensure that your seatbelt is secure and fastened. Под подписчика увидел. Прямо в сачах. Да. Класс. Все, спасибо. Давай. Удачи, всего доброго, приятного отдыха. Все, в такси работает парень. Если что, обращайтесь. Михаил. Ага. Здрасте. Привет. Не подбросите? Подбросим. Вы все в моих роликах знаете, когда песни поются, это когда заканчиваются ролики.
вот разнообразные. Про Юру, про Тимофея, про Женьку. Да. Это Леонид Анатольевич Бутырин. Вот так. И мы в Сочи. Где темные ночи? Здесь темные ночи? Да, темные. Темные. А у нас в час ночи тебе в окно лучи солнца. Ну такая я же на севере, это же 30 лет, знаю. Ну да. Это Кудепста. Кудепста? Ага, сюда. Здесь как недовольные все. Ага. Раньше здесь жили убыхи. Как? Такая была нация убыхи. Убыхи. Да. И когда уже было захват уже Кавказа, уже этот царь предложил остаткам и вывез их на остров Крит. Да вы чё? В 1970 каком-то году последняя из убыхов умерла на острове Крит. Вот так. А вот тут все названия, допустим, Хоста в переводе с убыхского кабан или гора Бытха. Это знаменитая там гора, говорят, что там какая-то золотая статуя была. Ничего себе. Вот море. Поздоровайся. Да. Да мы уже над ним летели. Инженер АМТС. Голубая горка. Это Газпромовская санатория Московская. Понятно. Голубая горка. И вот этот вот большой белый, это тоже голубая горка. Круто. А у меня АМТС была в старом корпусе. Раньше здесь был, как не было тоннелей. Здесь была такая серпантинка, очень плохая. Нет, потом один тоннель был, а потом стал Ацеста. Ацеста, да. Мацестинская долина здесь. Река вот прямо вот тут будет скульптура. Сейчас сфотографирую. Скульптура справа, Мацеста. Вот, видишь, Мацеста. Опа. Ага. Да. Очень интересно. Лазурная вот сейчас открою. Заря. Редисон лазурная. Я не вот с этой стороны, с левой. Ух ты. Ну, вот здание. Вот это да. Это Редисон лазурная. Газпром, видишь, значок. Слушай, видели? Вот это да. Парк Дендрарий? Да, Дендрарий. Здесь много очень растений со всего мира. Там вот пруд есть, аквариум. Вот тут, а Таня фуникулер сейчас работает, нет, вот вызов. Ну, работал. Поднимаются на голову. Вот тут вот сейчас остановка будет, вот дендрарий. Ну, интересно, конечно, весной, когда все это начинает там цвести. Гостиница «Жемчужина» это вот, да? Вон зимний театр слева. И там такая верхняя набережная прогулочная, очень красивая. До Морпорта и нижний по берегу так тоже не очень. Повезло тебе. Ну ничего еще вот будет. Нормально. Если интересно, камеру включайте. Включай. Камера Сочи. Набережная и всякие сойти. Там зимний театр. От зимнего театра чуть вправо такая тропинка. И прям спуститься в море, там хороший парк Приморский. Мы вот, если есть твой пляж, мы туда ездим. Там такой Старгород, это типа кафе, кстати, написано. Это так называется столовое здание. Ага. Вот сюда. А что? А все что ли? А здесь включается? Есть, да. Уже допоздна тут разговаривали. Да, но мы еще встретимся. Да. Вот такие вот дела. Я в Сочи, дорогие друзья. А в городе Сочи темные ночи. Да, очень темные. До скорых встреч. Все, меня там Яна уже зовет. Увидимся, никогда не болейте. До свидания. Будет еще интереснее. Пока.